Допустим, я вот пришел к 14 кварталу. Меня тоже там попросили снять дом 102Б. Там тоже они жили. Сейчас этот дом найду. 102Б, 14 квадре, и покажу. 102Б этот попадает в дом, наверное. По моему мнению, это попадает по улице Самятова Гуна. По аспекту Самятова Гуна, улице Самятова Гуна. 102Б. Уже это мне что-то дом знакомый. 102Б. Как будто мне что-то этот знакомый дом. Или я там снимал, видишь, или это у меня знакомый этот дом. 102Б. Вот это 14 квартал. Знакомый или куда-то, или 102Б, это попадание Самятова Гуна, улица, здание. Сейчас посмотрим, найдем этот дом. Здесь я снимал этот мост. Вот этот дом 108. 14 квартал. Да, я правильно сказал. Это улица Самятова Гуна попадает. 102Б дом. Вот это 14 квартал весь. Это по улице Самятова Гуна иду. Это все 14 квартал. Бывшая шахматный клуб. Бывший шахматный клуб, он же приехал. Вот это здание было шахматного клуба. Раньше. Такой дом. Он длиннучий. Длинный дом. Здесь ресторан. Найду во что 14 квартал. Давай тут туфта. Thank you.
смотрите. Можно знать свои дома. Так, дом 116. Сейчас пойдем так. Как 14 квартал. Тут захожу во двор, буквально еще новостройка там. Я посмотрю. 14 квартал, только одна новостройка есть. Здание. И все, на это 102Б, этот дом. Ваш. Вот этот новостройка, вы говорите. Вот, 14 квартале, только вот эти новостройки. Вот это нам может. Вот это на 102Б. Дом. Вот это. 14 квартал, только эта новостройка. Вот эти. Вот только вот эти дома. Мои новостройки. Вот эти новые дома. Вот это, 14 квартал, 102Б, вот это, наверное, дома. 1, 2, 3, 4 здания таких. 14 квартал, только вот эти, на востоке есть. И все. Боже, ну, напротив на востока там детский сад есть еще. Может, тут вспомнит. Возле стройка идут. Из-за этого. Новостройками идут. Вот здесь. Вот они, новостройки те. Здесь новостройки здесь. За 14 квадов. Вот эти. Новостройки. Полы закрыто. Пропускной, там охрана. Пропускать только эти новостройки, кто живет. Жильцов только пропускать. Вот так здесь. Вот новостройки. И вот здесь внизу детский сад. Вот, можете скоро вспомнить, здесь 14 квадры. Вот такой детский сад здесь. Вот он, детский сад здесь. Вот еще у нас два новостройки, вот такие высокие здания. 14 квадры. Здесь тоже. И вот это детский сад. Может, кто-то вспомнит, кто заходил в детский сад. 14 квадры. Вот здесь же дома нету старых домов, уже вместо старых домов вот эти новостройки уже стоят. Наверное, 102Б. Вот эти новостройки же. Вот это детский сад. И вот они новостройки. 14 квадры. И детский сад здесь большой такой. Территория детских садов. Здесь два детских сада. Первый вот этот какой я снял. И вот второй детский сад еще. Здесь два. 14 квадрат, два детских сада. Номера, названия не знаю. Вот этих детских садов. И вот эти новостройки.
между востоки тут. Вот детский сад. Это 14 квадрат. Вот дом уже, помните, что возле детского сада кто-то жил напротив. Пятиэтажки. Такие были пятиэтажки. Здесь вот сейчас на востоке стоят. Вот это на востоке здание. Здесь все. Вот так здесь. А здесь вот это уже такие на востоке уже стоят. 14 квадрат, уже высокие. Такие деревья здесь. Вот это здание. Здесь вот так. Здесь прохожу. На восток, на восток. И здесь школа. Детский сад. И сразу вот двор, этот школа. Здесь школа такая. Двойки, двое, двое. Вот здесь. Вот.